О, пути висят. Перегон Кипарисово-Раздольное. Около третьей точки, около пути провода. Вот что творится. Вон нам работы сколько потом будет. Кабеля закапывать. Вообще, что там, жопа прям творится. Вон поезд ехал. Вон повезло, что хоть вот это вот все проехал, не свалился. Просто самый последний вагон у него отцепился. Остановился. Короче, тут конкретно. Вот так под душ риском размыло вагон. Дорога, все попадало. Кошмар, целый поезд эвакуирует. Обратно домой мы хрен попадем. Поселок Тихий. Моста нет, мост смыло. Да пиздец какой-то, я иду сейчас, не знаю. Короче, на мост, до моста дошел. А тут потоки. Справа, слева. Вот, первая речка. Перед Тихим. Вообще жесть, вон леера размыло. Знаки подмывает. Мост подмыло. Асфальт вон дыбом. Сады. Жесть, вообще жесть. Я на мостик вот этот зашел, он аж шатается, бедняга. Как это дальше, вон кусок асфальта, блядь. Вымыло. Остановка посреди дороги, вон всплыла, блядь. Остановка железная на бетонном основании. Куда нахуй? Вон, то ли асфальт, то ли корни. Хуй его знает. Ох ты, блядь.